хват запрещены, наказываю ударение. И rule is no. No clinch. No kick on the clinch. Okay? This big mistake. Prepare. Никаких борцовских приемов. Только ударная техника. Только полный контакт. Тяжелая весовая категория. Свыше 80 килограмм. Красная футболинка. Yeah, but
Давай, 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 давай
Если ты, сука, пойдешь... Очень красивый, очень равный поединок. По-моему, даже спортсмен достоин победы. По крайней мере, достоин ваших аплодисментов и оваций. Давайте узнаем, что скажут рефери, что скажут судьи. Уважаемые болельщики, судьи назначают четвертый. Дополнительный раунд. Один раунд, сейчас один раунд решит исход. Надо пойти вперед, понимаешь? Пойти сломать исход. Вот так карате бьется мужской. Понимаешь? Кадыри, не надо сильно бить, землю, Сейчас, нельзя, кстати, будет сейчас ваша поддержка. Итак, Русмаил Мон, Сурина, Сонарагава, Абхазия, четвертый раунд.
четвертьфинальной серии. Победу по решению судей одержала Исмаэль бой. Спортсмена, который, к сожалению, покидает наш турнир. Но таковы правила ТНА. Давайте поаплодируем. Цотная Рогава, Абхазия, спасибо. Спасибо за красивейший поединок. У нас появляется еще одна замечательная традиция. Давайте посмотрим лучшие моменты только что случившегося поединка. И сейчас мы попросим ответить на наш, ну, не каверзный, очень простой вопрос победителя. Во-первых, давайте его поблагодарим. Congratulations! Аплодисменты, аплодисменты! Исмаэль Лон, Суринам! Итак, ровно один вопрос. Какие ощущения у вас после боя? What do you feel after fight? I underestimated my opponent. He's 19 years old, and I thought he wasn't that good. Was a very hard opponent. All respect to my opponent, please. Он благодарит своих болельщиков. Thank you very much. Thank you so much. See you later. Аплодисменты. Полуфиналист Исмаэль Лон, Суринам.